Дмитрий Бацеев, пожалуйста. Guten Abend, meine Damen und Herren. Я Дмитрий Бацеев. Все, что я сейчас вам прочитаю, называется «Адский рай». Темная половина. Как неизбежно тьма сопровождает свет, как мать с ребенком связывает пуповина, так наступает нам на каждый след неведомая нам другая наша половина. Она свершит все зло, что ты б свершить не смог, и никогда не явится с повинной. Ты крикнешь от отчаяния: «Спаси нас, Бог!» «Черт побери!» — в ответ вторая половина. И шансы победить ее равны нулю. Ее не спрятать, не закрыть, не отодвинуть. На каждое твое «Я вас люблю!» «Я вас убью!» — кричит вторая половина. Отрезать свою тень и чистым светом стать не удавалось никому до ныне. Прошу тебя, не надо забывать о своей темной половине. Милому другу, подражание французским поэтам. О, друг, пойдем со мной туда, где нас не давят тяжестью года, где жизнь всегда беспечна и легка, и вдоволь анаши и коньяка. Там не болит с похмелья голова, и запросто рифмуются слова, и каждый сам себе заслуженный пьет, и над душой никто, блин, не стоит. А мы, как молодые жеребцы, насаживаем девок на концы, а 33 веселых трупака на кладбище танцуют гопака. Там нет ни чувства долга, ни вины, ни зависти, ни смерти, ни войны. Пойти туда с тобой всегда я рад. Пойдем же, только знай, что это место — ад. Дима, последний стих. Разумеется. Просто стоит, забыли сказать, что Дмитрий, он такой мастер ироничный, такой своеобразный, шизофреничный поэт. Я не прав? Совершенно верно. Ты извращенец. Да, извращенец духа, это я. Постижение называется следующее стихотворение. Приподниму свой старый зад, пойду гулять в весенний сад, спущусь по лесенке во двор, чтоб жизнь рассматривать в упор. Капель ручьем стекает с крыш, окошко доедает мышь, весь мир сверкает и поет, и баба радостно дает, и высший смысл бытия вот-вот уже постигну я, ведь счастье рядом, вот оно, и наступил ногой говно. Мне жизнь преподнесла урок, вот ты какой тяжелый рок! Кому страдать, кому сгорать, но кал придется оттирать. Я видел жизнь, я понял суть. Мне нужно выпить и курнуть. Сквозь тьму и свет, сквозь рай и ад тащу назад свой старый зад. Спасибо, спасибо. Выступает хорошо. Дмитрий Бацеев. Выступает хорошо всегда. Дима в зал, энергию. Вы знаете, кстати, вот в театре и вообще в искусстве не обязательно вызывать положительные эмоции. Можно отрицательные, но это тоже какой-то, даже не то, что негатив, а все равно через противодействие что-то внутри. Андрей, скажи. Дмитрий, вообще, во-первых, балансирует на грани пошлости, порой проваливает болото пошлости. Это первое. Тут второе. Явление его поэзии нуждается в более серьезном изучении. Надо пояснить вопрос, в какой мере он повторяет своих предшественников, а в какой мере вносит новое. Потому что вот такие тексты, подобные обознасилования, утопленницы и так далее, писали всегда. Но когда это был чистый модерн, то есть впервые, и в этом был вызов, это было интересно. А сейчас это может казаться банальным. Но это его суть такая, психология. Это не важно, мы говорим о поэзии как об этом. Я имею в виду творческую психологию. Я понял, но у Димы есть книжка, она у тебя есть с собой? Я с собой нету.
Ну, вот потом можно как-нибудь вам пересечь. Послезавтра сольный концерт в клубе «Красный лис». Там будет много интересного, я там буду петь песни. Хорошо. У тебя есть что сказать по поводу того, что... Творческим, талантливым людям можно все. Понятно. Лариса, а вы что-нибудь скажете? Ну, во-первых, ну, я практически увидела своего коллегу. Ну, артист, что ты скажешь? Да, я, артист. Как поэт, его оценят, ну, в первую очередь, так, да, профессиональное впечатление поэт. А, артист очень харизматичный, очень интересный. Главное, что есть чувство юмора. Это уже ну, то есть, в целом, как бы, интересно, да, показалось? Я улыбалась, мне было интересно слушать, значит, человек имеет право жить. Хорошо, спасибо, товарищ Мих. Уважаемый зал, а снимите зал. Вот, Володь, можешь зал просто целиком так снять, вообще вот весь так общим планом так вот. Скажите, пожалуйста, кто считает, что Дмитрий Басыев полный идиот и вообще его стихи ну, фигня несусветная? Поднимите руки, пожалуйста. А нельзя простить. Ага, потому что камеру направил я, потому никто не поднимает руки. Послушай, дорогой, ты как-то усложняешь задачу референдума. Можно идиот отдельно, а полную фигню отдельно. А это не идиот, но стихи фигня. Стихи фигня, поднимите руки. А, уже больше. Вот есть. Хорошо, а ну тогда уж поднимите, кому очень понравилось, как Дима выступает. Ну вот, видите. Дима, люди за тобой, народ за тебя. Все, спасибо. Спасибо. Это был Дмитрий Басыев. Спасибо. Я на тюрьмах. Спасибо.